Стальной хват России, привет большой. Подписчики на канале YouTube, привет большой. 12 августа, час дня. Попробуем 110-й золотой. Сейчас у меня в обители три твистера, 110 черный, Ланжин Ян, 60 золотой и... Дима, привет. И 110. Это мой твистер. Попробую. Обещал с 3 килограммами попробовать. Вот и попробую с 3 килограммами, что получится. Понятно, что для этого твистера 3 килограмма это непонятная угроза на самом деле. Вот они болтаются тут. Его даже не пробьешь. Ну все, вроде как вот так подпрыгивает. Еще раз, специально для стального хвата России. Дядечка не пострадал в момент закрытия. Торнео 2,5 и 0,5. Итого вот такой вот. Вот такой вес. Вот так, ребята, он помогает. Реально помогает. Как? Но это точно не на морально-волевых. Просто я первый кинг, в общем, подъем делаю, естественно, запястьями. И вот эти недостающие там 2-3 килограмма, они помогают подпроломить. Там, в общем, надо быстро пройти до параллели. А потом он, в общем-то, сдается. Он не тяжелый. Все, ребят, желаю вам всем добра, силы. Занимайтесь с умом. Очень много травм околоспортивных, поэтому... Берегите себя, свои семьи, чтобы у вас все было хорошо. Встречаемся в обители. Пока.